Я приветствую вас на очередном занятии по здоровью в Академии Целителей. И сегодня мы будем изучать очень хорошее упражнение. Это упражнение выполняется для раскрытия грудной клетки, для стимуляции вилочковой железы. А как нам известно, вилочковая железа отвечает за регенерацию наших тканей, внутренних систем и органов. Она находится рядом с сердцем. Упражнение, которое мы будем выполнять, называется «Тигр выходит из джунглей». Руки в исходном положении находятся на грудной клетке. Собрали в кулачки и вот на уровне груди зафиксировали. Следующий момент. Открываем медленно пальцы по одному. Раз, два, три, четыре, пять. Раскрыли, как веер. Следующее движение. Мы как бы раскрываем грудь и руки выкручиваем в сторону. То есть вот такое идет движение. Как будто на руках что-то лежит, и мы поднимаем вверх. Это следующий элемент. Теперь опускаем вниз перед собой, и образуется вот такой колодец. Видите? Ладошки вперед, и здесь словно окружность. Следующий элемент. Втягиваем руки внутрь, как будто бы выгибаем проволоку. И возвращаем руки в исходное положение на уровень грудной клетки. Еще раз вместе повторяем. Раскрыли пальчики, вращаем запястье, толкаем руки вверх, вперед. Здесь грудь уходит немножко внутрь. И выгибаем словно проволоку. Подтягиваем вновь грудной клетки. Теперь дыхание. Здесь мы делаем вдох. А здесь выдох. Итак, в первой части движения грудь идет вперед. Во второй части движения, обратите внимание, грудь уходит внутрь. Еще разочек. В первой части движения вдох. Грудь раскрывается, идет вперед, и вторая часть движения – выдох, грудь уходит внутрь. Принцип подвижной грудной клетки. То есть идет стимуляция сердца, легких, вилочковой железы. Вдох, выдох. Выгибаем словно проволочку. И снова вдох, выдох. И четвертый раз. Выдох. Хорошо. Пятый. Вдох. Раскрыли грудь. Выдох. И шестой раз. Седьмой. Грудь вперед. Вдох. Грудь внутрь, выдох. Восьмой. Девятый. Десятый. Выдох. Одиннадцать. Вдохнули, выдох. Двенадцать. Тринадцать. Четырнадцать. 15, 16, 17, 18,
19. Выдох. И последний раз выполняем движение. 20. Хорошо, закончили это упражнение. Это упражнение лучше всего выполнять с утра, для того, чтобы разбудить организм, для того, чтобы раскрыть дыхательную систему и, как я об этом говорил в самом начале, активизировать вилочковую железу. Также другие упражнения, комплексы вы можете найти на сайте целитель2.com. Там это все систематизировано, выстроено, можете подобрать упражнения именно для вас, для той ситуации, в которой вы сейчас находитесь, и поработать со своим здоровьем. Я желаю вам хорошего самочувствия, прекрасного дня и благополучия. Подписывайтесь на YouTube-канал, ставьте лайк, нажимайте на колокольчик и пишите свои комментарии под видео. Да, и чуть не забыл. Регистрируйтесь в партнерской программе Академии Целителей. До встречи!